Столица Верхней Волжи на площади Копошвара нанесли разметку и ввели новую схему движения. Об этом сообщили в администрации города. Теперь по проспекту Чайковского с каждой стороны предусмотрены по 4 полосы для движения и левый поворот из крайнего левого ряда. По проспекту Победы и по проезду Дарвина движение идет по 3 полосам. Крайнее левое также для тех, кто поворачивает налево. Перед светофорами при въезде на площадь нанесены стоп-линии, у которых водители будут обязаны остановиться при включении запрещающего сигнала. Автомобилистам следует быть внимательнее на данном участке.